Хорошие специалисты сегодня на вес золота, поэтому будущие кадры работодатели отбирают еще на стадии обучения. Защита дипломных проектов в Ликино-Дулевском политехническом колледже собрала представителей нескольких крупных компаний России. Защита дипломного проекта – волнительное событие. Но для этих ребят оно волнительно вдвойне. Задача выпускников по специальности компьютерные сети непростая. Сегодня им предстоит защищать работы на двух языках – английском и русском. Оценивать их труд будут не только педагоги, но и потенциальные работодатели. Наша задача как поставщика оборудования, видеть тех, кто захочет в дальнейшем работать с нашим оборудованием, потому что мы предъявляем довольно высокие качества тому оборудованию, которое мы поставляем. Вот, соответственно, и чтобы они умели грамотно работать, самое главное, с этим оборудованием, потому что неумелая работа всегда может испортить любое, даже самое хорошее современное оборудование. Также оценить знания современных выпускников в колледж приехали их международные наставники. Который год ЛДПК тесно сотрудничает с одним из ведущих учебных заведений Финляндии. Взаимовыгодный обмен опытом уже дал видимые результаты. В этом году студент нашего колледжа участвовал в соревнованиях WorldSkills по России и занял там 3-е место. И это не без помощи практики в Финляндии. Мы очень рады, что приехали к вам в гости, и то, что наше многолетнее сотрудничество продолжается. Также хочется отметить, что из года в год к нам приезжают такие студенты из этого колледжа, которые показывают очень хорошие знания, умения, и эти умения оттачиваются из года в год. Несмотря на волнение, студенты с успехом защищали проекты. Этот день принес им колоссальный опыт и открыл новые перспективы развития. Наблюдатели также остались довольны. Защита проектов дала им возможность оценить уровень знаний современных выпускников и наметить план дальнейшего сотрудничества с учебным заведением.